Всем привет! Добро пожаловать в новый влог. Я тут собираюсь в почтуся. Не могу налюбоваться вообще на этот фон. Мне так нравится вот эта вот комбинация. Я, правда, не знаю чем, но очень нравится. В общем, будем дальше с вами доорганизовывать все. Я заберу сейчас Василек и постелю. Я там пледы заказала. И постелю их сразу. То есть я их стирать не буду. Максимум, что я могу сделать, включить утюг и пропарить их. Вот, потом, что еще мне надо? Забрать Эйвен, забрать Василек. Мы хотели забрать вчера, но почта не работала. Что-то там какая-то ошибка была у них в сервере, и не работала почта. Поэтому доделаем вот это. Я хочу перевернуть эту хату с ног для головы, с ног на голову, потому что мне не нравится, как все это сейчас выглядит. Вот, сейчас я все переделаю, вместе с вами уберемся, и все, и буду наслаждаться времяпровождением. Тут. Оставайтесь со мной, у нас минус 27 градусов, я поэтому на улице ничего снимать не буду, иначе камера сядет сразу же. Вот, и я пошла. Пошла пешком, чтобы подышать воздухом. Обратно поеду. Вот девчонки, кто еще не делал вот такой вот завтрак, обед, ужин из лаваша? В общем, круглый лаваш разрезается вот так, и затем делится на 4 части. И вот тут вот в любую начинку абсолютно я выбрала колбасу, огурец, помидор и сыр. Сыр в последнюю очередь, и потом берете вот так. Раз, затем два и три. И на сухой сковороде с двух сторон обжариваем по 1-2 минуты. Получается вот такой вот вкусный завтрак. Сейчас покажу, как все сделать. Знаете, пока я поставила завтрак свой. Свой завтрак, да. Вот, потому что я пила только кофе, пока я поставила стирку, пока у меня обжаривается этот лаваш с двух сторон, а он достаточно долго обжаривается у меня, получается, просто не до конца еще разогрела сковородку. Вот, я вам хочу рассказать, что это я Эйвен держу, просто чтобы коробка у меня не путалась под ногами. Расскажу вам историю. Я зашла в Фикс, чтобы купить вот эти вот лепешки, в общем, и там был продавец, женщина. Это, знаете, блог Алены возле подъезда на лавочке. Ну, в общем, суть не в этом. Я сама прекрасно знаю вообще работу продавца. И вообще я работала продавцом, работала в Магните. И приблизительно что и как я знаю. И, в общем, девушка, я беру корзинку, подношу к ней. Она такая, вытаскивайте все из корзины. Какой вам пакет? Я такая, большой. В общем, она мне дает пакет и говорит, укладывайте. И вытаскивать, и укладывать. Она только пикать будет. Я такая смотрю на нее, ну, думаю, ну, что тут сложно взять из корзины, пикнуть и в это. У нас все, ну, как бы, и в Волгограде, и вот вчера мы были тоже в магазине. Нам все это делают сами продавцы. Я не говорю, что мне не сложно, но попроси меня об этом нормально. Выкладывайте. Выкладывайте. Я уже не выдержала, когда укладываю, стою, она мне несколько раз. Вы какой способ оплаты? Я говорю, картой. Какой способ? Я говорю, картой. Какой способ? Я говорю, картой, блядь! Ты что меня бесишь? Я не говорю, что я какая-то психопатка, я уважаю каждый труд. Но как довелась и девушка, я потом ей сказала, говорю, а вы что, не можете сами достать из корзины, пикнуть и мне просто отдать, я буду укладывать. Я ж не могу и укладывать, и вытаскивать, укладывать и вытаскивать. В конце концов, может, я сама и пробью? Вот, как-то вот, знаете, у вас такие ситуации бывали или нет, потому что, ну, каждый же человек по-разному на тот или иной момент реагирует, поэтому мне интересно узнать, как вы. А мы сейчас доделаем завтрак, и я покажу вам, как он выглядит в разрезе. Так, девчонки, на абсолютно сухой сковородочке получается вот такой очень вкусный, самое главное, не вредный треугольничек. Вот так вот сейчас, вот так вот это выглядит в разрезе. Лаваш такой прям хрустящий, круто. Мне сама идея и время выполнения очень понравилось. Давайте начнем с распаковки. Это у меня Эйвен. Ссылочку на регистрацию я всегда вам оставляю под видео, абсолютно под любым. Так. В этот раз у меня очень маленький заказ. Сейчас я все вам покажу. Но тут есть прям вот новиночки. С этой стороны тоже хочу открыть. Ну что, я открыла? Ну, что? Ага, открыла. Молодец. Опа. И смотрите, что у нас тут есть. Во-первых, новый каталог.
который идет апрельский. Ё-моё, уже апрель. Вот только январь был, уже апрель. Новый аромат будет от Юлии Снегирь. Мне, кстати, интересно его потом будет понюхать. Сейчас, ну-ка. Блин, ногтём не подцеплю. Не пойму. Ну такой. Очень интересно, кстати говоря. Посмотрю. Может, закажу себе такой. Так, брошюры. Так, программа старта. Так. Смотрите, что у меня тут есть. Сыворотку заказала себе. Вот она, сыворотка с витамином С. Максимальное сияние. Сыворотка для лица. От NU. Вот такая. Сейчас открою, посмотрим. Дальше. Заказала маску от Planet Spa для лица. Это, по-моему, золотая, омолаживающая. Маска-пленка для обличия. Плевка. Маска-плевка по-украински. Так. Восстанавливающая маска для волос. Сила мгновенное восстановление волос. Так. Дальше у меня тут... Вот такая новая штучка, я еще и не пробовала. Маска-сыворотка для волос с маслом органы и кокоса. Вот так. Еще вот такая маска-пленка с огурцом. Что-то я в последнее время, хотя раньше маски-пленки абсолютно не любила. Сейчас я их обожаю. Особенно Уэйвы. И новый аромат пербланка розовый. Как видите, все. Коды. Ой, а что так красиво? А? Красиво. Блин, не пойму. Что-то интересное прям. Сейчас посвочу, хотел сказать. На себя нанесу, поочучаю. Потом уже... А, и вот он, кстати. Вот он. Новый аромат тоже хочу потестировать. Видите? Флакончик красиво будет выглядеть. И по ценам у меня получается пюрбланка. Вот это 384 вышла. Новая вода. Спа-маска пленка сияние золота. 105 рублей. Почему говорю, лучше регистрироваться в компании. А маска для волос восстанавливающая 154 рубля. Так, маска-сыворотка для волос 89 рублей. Вот так 109. И сыворотка для лица с витамином С 491 рубль вместо 599. И пленка для лица увлажнения идет 106 рублей. Вот это. Вот такой вот заказик Avon. Тоже буду все пробовать. Обязательно вам расскажу. Еще посылка. Это Easy Paris. Мои любимые парфюмы. Парфюмы. А как тут открывать? Наверное, вот так, да? Все-таки я так думаю, да. Я заказала два парфюма. У них, кстати, появилось очень много новинок. Два парфюма, которые рекомендует смешивать сама Оля Бузова. Это молекула. Сейчас покажу все. Так. Ой, какие у них красивые стали флакончики. Мамо. Мемо. Ой, очень свежий. Салатом пахнет. Так, и вот он. Первый. Все ссылочки я вам оставлю. Молекула 02. И второй, который она рекомендовала смешивать, это Бакара Руж 640. Вот эти два аромата смешивать на себе. Ну-ка, по отдельности. Начнем с Бакара Руж. Бакара. Да, мне нравится. Бакара мне нравится. И молекулу хочу. Ой, ну молекула. Очень на любителя молекулы, честно. Так. Все, обязательно вам расскажу, как между собой их смешивать. Классные они получаются или нет. Вот, и флакончики у них сейчас вот такие упаковочки. Коробки. И
что, давайте распаковывать василек. Итак, что же я заказала? Я заказала пледы одних расцветок. Вот у меня плед василек, и там они у меня все с василька. В общем, я заказала покрывало 180 на 2. Разных размеров, единственное, что я заказывала. Дальше, где еще? Где ты? На 2,20, а вот они. 2 на 2,20. Это для, по-моему, я для дивана или для чего? Да, 180 на 2 это для дивана. 100, так получается, 200 на 220 это для кровати. И получается, подождите, 180 на 2, по-моему, я закажу на другую. Так, сейчас я сориентируюсь. В общем, разные размеры пледов. А где? А, вот они. 2 на 2,20, это на диваны. 2 на 2,20. 180 на 2. И 3, 180 на 2. 2 на 2,20, 2 на 2,20. 2 на 2,20 и 2, 180 на 2. Потому что я хочу на кресло другие постелить, не могу я на это смотреть. Так, заказала себе колготки кашемировые, полотенчик новый на кухню, потому что когда стираешь один, то, блин, уже и нет полотенчика, но всего один штука. Это обычный такой вот маленький полотенчик. Это у меня Узбекистан. Есть Туркменистан у них, а есть Узбекистан. Так. Ну, вот такой вот обычный махровый полотенчик, руки вытирать. Так, и новинки их костюмы. 48-й это себе розовый. Вот это мой самый любимый оттенок. И голубой маме. Я вот не знаю, это больше для дома или же на улицу ходить. Девчонки, посоветуйте. Я вам ставлю картинку, как они выглядят на модели. Но мне кажется, дома ходить, честно. Вот. Но, может быть, летом возможно. Вот так очень классно. Сейчас хочу их распаковать, хотя бы свой посмотреть. А нет, слушайте, можно и на улицу ходить. Гляньте, какие велосипедки. Такие утяжечки. Слушайте, такая вот классная ткань. И что? И вот такая толстовочка. Я думаю, типа летом, наверное. Ну а зачем тогда запустили они сейчас продажу их? Интересно. В общем, такая толстовочка обычная, такая хлопковая. Очень приятная к телу. Я летом буду прям с удовольствием в нем гонять. Если он на мне будет смотреться именно для носки на улицу. Если все-таки так, ну, лучше тогда дома ходить. Вот. А так, блин, классно. Пледы. Сейчас прям постелю вместе с вами. Сейчас я пропылесошу везде. Все помою. Протирать пыль буду я. В общем, и тогда вместе с вами постелим. Все хочу одинаковое. Ссылочки на вот эти товары, интернет-магазин Василек, я вам оставлю. Также у них есть Инстаграм. Вот, так что заходите, смотрите и отслеживайте новинки, как это делаю я. Постелить я буду вот эту постель. И, кстати говоря, Леша до этого постелил, в общем, на матрас неглаженную постель. Она очень отличается, серьезно. Хоть пусть она пересохла, но она, по крайней мере, глаженная. Все равно, как бы, это другой вид. Ну, не знаю, отлично мое мнение. Мы уже пробовали спать не наглаженное, но как-то такое себе. Это хоть и пересохло, но глаженное. Был бы парогенератор, было бы в 100 раз лучше. Слушайте, сейчас светит солнце, и непонятно, но он невероятно мягкий. Вообще прям. А, как плюшевый. Классно так смотрится, и внизу он прям вот столько от начала кровати. Вот 2 на 2,20 надо теперь брать на будущее. И мои любимые подушки тоже из василька. Вот. Так, все, кровать, дом. Дальше погнали. Ну что, девчонки, вот
То, что вышло, то вышло. Это пустые банки фикс. Плед мне очень нравится, как смотрится. Тут у меня мои букеты. В общем, убрала вот это вот, то, что тут было наложено Алексеем Александровичем. Я это не люблю, я все сложила в диван. Вот, тут у меня остались некоторые пакеты, в общем, ноутбук с этим, зарядками всякими разными. Вот, сейчас что? Сейчас я оставила глажку, вот это у меня глажка. Поглажу, потом уже дальше будем приступать. Вот, к чему, собственно говоря, к чему, что мне дальше надо делать? Я, знаете, что думаю? О, что я хотела спросить у вас. Смотрите, у меня вот тут пустая стена. Обруч мой стоит. Пустая стена. А если полку эту переместить сюда? Как бы, может быть, получше будет? Сейчас посмотрим. И камеру можно будет на нее ставить. Мало ли, когда там занимаешься, еще что-то. Мотивашечки снимать. Поняли? Вот эту? Вот сюда. Вот эту? Вот сюда. Ну, кстати, да. Сейчас попробую перенести, потому что сначала надо с нее все будет убрать или тут оставить. Что думаете? Честно, не знаю. А может нет, а может да, а может это все. Опять эта машина. Это называется стираешь этот. Скажите, знаете что? Постельное белье. Так. Окей. Попробуем. Про василек я вам не сказала. Смотрите, полотенце махровое, маленькое, стоит 42 рубля. У меня цвет брусничный. Второе, колготки кашемировые, твой стиль, стоит 209 рублей. Костюм тренди, вот этот вот розовый и голубой, по 1118 рублей. Покрывало плюш велюр, 220 на 2002 рубля. И покрывало плюш велюр, 180 на 2, 880 рублей. Я забыла вам цену сказать. И сейчас будем переносить. Так, но мне кажется, чуть получше, да? Вот так. А? Мне кажется, так получше, чем сзади. В общем, от предыдущих хозяев сейчас разбирала. Там за шкафом нашла вот. Что это такое? Анальгин. А куда его? Я не знаю. В общем, выбрасывать пока не буду. Видите пакет? Вот он. Это я маме то, что отправлять буду, приготовила. Вот так вот, мне кажется, получше. Оно как-то гармоничнее, что ли. Да? Хотя и там мне нравилось. Ну, как-то так. Сейчас еще весы под полочку так джин сделаю. Вот так будет. Вот сейчас возьму, даже при вас. Так, ну-ка. Опа! Вообще прям идеально. Идеально. Вообще. Просто как нужно. Все. Комнату мы выплюнули, я все протерла и пыль, и все. Помыла все зеркала, все. Готово. Я с собой горда. Я села ужинать. Машинка второй раз запущена. Так, тут помидоры, капуста, огурец, перец, красный перец, чили острый точнее, перец черный и приправа для салата. И все это сметаной. Все. И вот такая здоровая миска. Все и будет замечательно. Слушайте, и на кухне неплохо смотрится, так сочетается вот с этой вот штукой. Эти цветы, чешуи, это пакеты я приготовила на отдачу. Вот как выглядит кресло после апгрейда, чешуя.
Блин, опять залапал. Да ёпарись, это сейчас буду натирать в зеркало. Вот. И с этой стороны точно так же. Что я посуду помыла, в общем-то. Перед зеркало. Точнее, балконная дверь. Ну, вот так лучше. Хотя бы отпечатков нет. А чем я натираю, девчонки, стекла? Это Грасс. Супер блеск. Лучшее средство для стекол и зеркал. Вообще огонь. И вот издалека. И самое интересное, если вспоминать, какая была квартира, тут подобавилась картина. Нормальный, на подоконнике, естественно, место. Это надо. Это тоже надо. Вот тут место занято. Ну, в общем, если сравнивать, какая квартира была до, сейчас она просто идеальна. Да. Мне, по крайней мере, тут очень уютно. Так, пошла я дальше мыть полы. Я полы мыла. Пошла дальше. Так, ну что, перед тем, как пойдем в ванну, сейчас сделаю вам мини-рум-тур. Дверь. Мы заходим. Вот почему-то мой мусор стоит у меня дома. Понимаете, да? Соседский мусор за дверью. Ну, не суть, ладно. Дверь, коврик. Это обычно наша продуктовая зона, в том плане, когда покупки приносишь с магазина или еще что-то сюда. Ладно, это так, лирика. Обувница. Дальше вешалка, тут шапки, сумки, в общем, все-все-все. Так, дальше. Вешалка специальная для одежды, которую мы носим. Вот, я имею в виду, вот, несколько костюмов, если ты их постоянно по очередности одеваешь, то я, в принципе, думаю, не... ну, я очень довольна. Это я отправлю, это тут стоять не будет, это уйдет. Это я к тому, в общем, чтобы максимально организовывать свое пространство так, как тебе удобно, а не так, как модно. В общем, мне это нравится. Дальше. Ну, тут роутер висит. Хорошо, что он у меня был дома. Тут кухня. Та-ра-та-та-та-та-та-та-та-та. Кухню показала. Так, отстиралась. Пошли дальше. Ванну, прежде чем... Сейчас ванну еще сделаем вот так. Комната. Мне она нравится, эта комната. Это тут стоять не будет. Это будет стоять за дверью. Обруч я сейчас крутить буду и гладить. Вот это глажка. Это пакеты. Это сейчас диван. Ну, вот так я сделала. Мне кажется, неплохо. Сушилка чуть подальше от сушилки. Сушилку прям ближе к окну, чтобы от сырости дерево не рассыхалось. Поняли, да? Вот эта камера, в принципе, что мы с вами снимаем. Цветы мои. Да. Так, это я вам говорила. Ну и с этой стороны выглядит вот так. Солнышко, все красиво. Ну что, пойдемте, простите за выражение, пидорить в ванну, в туалет. Ну что, девчонки, готово. Тут все оборудовала, помыла, все помыл. Тут все помыл. Чисто. Здесь чисто. Полотенчик новый. Я тут, привет. И давайте, наверное, что, прощаться. Ну, тут все чистенько, все как нужно. Ой, ведра у меня тут, не ведра, а эти тазики. У меня тут, в общем, я очень довольна своей сегодня проделанной работой. И надеюсь, вам со мной этот день было интересно и супер полезно. Если же это так, то обязательно поддержите меня пальчиком вверх. Подписывайтесь на мой канал, если не сделали этого раньше. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики, смотрите их первыми. Также жду вас в Инстаграм, ссылочку оставлю в описании. Ну, а с вами прощаюсь. До скорой встречи, целую в плечи. Пока-пока, до следующих видео. Пока!